Hello everyone, Saint David. So I've been absent for 3 days and I was ill. Now I'm feeling better. Последние 3 дня я болел, но сейчас мне уже лучше, и я готов начинать смотреть концерт в Украине. Собственно, мне сказали, то есть в комментариях листая я прочитал, что он спел песню на украинском. Я и буду слушать эту песню. Кстати говоря, у меня есть подруга, я ее знаю уже 7 лет. Мы знакомы через интернет, она живет в Чернобыле, в Украине. Ей передаю привет, если ты меня смотришь, Настя, тебе привет. So, in the comment section I read that he sang a song in Ukrainian, and I'm gonna listen to it. Yeah, that's why. Without further ado, let's go. Я не понимаю украинский, если что. Давайте остановим 44 секунды. Я пойду сначала и заново послушаю, потому что то как он делает, как бы заходит на ноту, так скажем, начинает пение, мне нравится. Сейчас, подождите. Итак, получается, у него нота такая сильная, а потом он ее отпускает и добавляет воздух, и получается вот эта вот красота. So, basically, what I'm saying is, he starts the note, starts the note with a little power, and then he releases the power, adds a little bit of air, and we hear this. Most people maybe are not going to notice that, but this kind of things is what makes him Димаш, in my opinion. Многие, скорее всего, и не заметят этого, то, что я говорю, или даже не поймут, но... Это делает его Димаш, по моему мнению. Чёрно певцев, немножко касается пятой октавы, чуть-чуть касается. I don't understand anything, but I feel like I understand something. Я не смогу это сделать, но я понимаю, и мне это очень нравится. Я не понимаю, что это такое, но мне это очень нравится. So this part here. I'm loving it.
He's like almost touching the fifth octave. Not touching, but he never sang Ukrainian before, right? If I'm not mistaken. How do you know the lyrics? Откуда народ знает песню? Я понимаю, что там много украинцев, но... Так, кто-то там очень так высоко поет. You can definitely hear somebody singing very high in the crowd. Start is playing on my soul. His mom. This is his mom. Его мама. Я это тронул. Это, знаете, это песня из серии «Карагым Ай». То есть... Ни высоких нот, ни вот этих экстремальных, а этих. Просто песня из души. От души для других. Я мне не могу не... отметить тот факт, что он там после своей песни, там, допустим, да, эти Дау, там, он утром в Москву, во многих концертах он преклоняется перед своими дирс, то есть нами. Ну, нами, в смысле, теми, кто там, Арнау. Так. Хочу что-либо говорить, потому что есть люди, которые на меня так набрасываются, как будто бы я там учитель по вокалу, и типа я ошибся, и я не учитель по вокалу. Я ее сын. Но я сам так сам обучаюсь. Вот тут. Он зашел с маленьким вибрато. И с маленьким вибрато зашел. Потом это вибрато. Потом его голос стал громче, то есть крешендо. И добавился такой тендерный оттенок голосу. Вот он.
То есть это четвертая октава, насколько я понимаю. What I told there is, okay, here. Here. Before I go into it, I'm not a vocal coach, so please don't be strict with me, please. So here, when he went into the note, he started off with a little vibrato, and then he did a crescendo, and then his obviously sound became louder, and then the color of his voice became like more tenor-ish, yeah. At the end, his mom is crying, which can mean that this song is about a mother. Это песня о маме. А подожди, тут перевод же есть, блин. The fact that his concert was in Ukraine, he sang a Ukrainian song in Ukraine language, right? And he sang that song for his mom. That's why she started crying. Тот факт, что он был в Украине, спел он песню, скорее всего, украинскую на украинском для своей мамы. И это мило, это очень мило. Вот от всей души спасибо, что смотрите мои видео. Большое спасибо. До следующего видео. From the bottom of my heart, from the very bottom of my heart, thank you for watching. Please subscribe. See you next time.